эти шаги, вот тогда начнем проводить опять конференции. Ну и плюс январь, декабрь, половина декабря – это в католическом мире, половина января – в нашем православном мире – это праздники. Никуда от них не денешься, все равно это все происходит ежегодно. Как я говорила многим лидерам, когда у меня спрашивали новости, я говорила, вот когда руководство разберется между собой, мы поймем, что ждать нам. Закрыта ли компания? Нет. Будет ли продолжаться бизнес? Да. Подтверждают и один, и другой. Нужно было понять конкретно, кто из них предложит программу реальную работы компании и возобновления, скажем так, финансовых потоков для того, чтобы мы могли понимать, когда же нам будут выплачивать наши заработанные комиссионные и когда мы сможем возместить наши проинвестированные деньги. Поэтому последние 3 месяца года у нас на контакте был президент. Мигель Гомыш ушел с контактов, я многим говорила, что я не могу ни дозвониться, ни получить ответ, я не понимаю, что среди них происходит там у них, я не понимаю, какой нам результат ждать, но вышел на контакт президент и регулярно, особенно ноябрь уже регуляризировался, в декабре он уже точно проводил по 2 раза в неделю, к концу года уже чаще, и сейчас практически я ждала вчера, что нам дадут старт, но старт дан в понедельник. Но тем не менее, все то, что мне нужно показать, я сегодня покажу. Поэтому, скажем так, пережила компания самый тяжелый кризисный период. Но учитывая, что все-таки старались, вот до января прошлого года все-таки выплаты шли, и все деньги, которые откуда-то поступали в руководство, они распределялись по счетам, мы это знаем, выплачивали до января включительно, то есть год назад. Когда остановились выплаты, мы помним, что остановилось движение полностью вначале по структуре, потом все те стартапы, которые должны были быть финансированы из определенных источников, не получили развития, но это уже не от нас зависело, в силу форс-мажор, который принес коронавирус в мир. К сожалению, это так. На сегодняшний момент кое-какое послабление, какие-то вопросы решены, где-то локально что-то происходит. Все равно ситуация очень серьезная, но президент продемонстрировал результат работы, который он проводил вот эти месяцы, в безвыездном варианте, скажем так, у себя по месту. И нужно сказать, что должен получиться бизнес стартовать уже вот в ближайшие дни на основе тех наработок, которые он сделал. Я сейчас покажу, потому что быть. Поэтому это важные вопросы. И именно поэтому я старалась не публиковать, поэтому Ласло мне много говорил, что там ловят партнеры в английских чатах какую-то информацию, поэтому почему Ирина не дает. Я не давала потому, что просто говорить, я думаю, я устала, вы устали, все устали, просто объяснять и говорить, что у нас вот это будет, и такая-то дата назначается, когда мы можем. Четко было понятно, что в 2020 году что-либо обещать, ну, крайне сложно. Это 1% из тысячи, когда что-то можно было пообещать и четко сказать, что будет реализовано. Непредвиденные обстоятельства, когда закрывались не просто контакты и возможности взаимодействия различных стран и регионов, а закрывались просто институты на неопределенный период, решение вопросов откладывалось. Естественно, в этой глобальной пандемии мирового масштаба потоки финансирования сократились, я имею в виду финансирование нецелевого, то есть целевое какое-то, социальные программы, правительственные компании все, в общем-то, переориентировали инвестиционные потоки на решение экономических, социальных программ внутри регионов и стран, поэтому что-либо было говорить преждевременно, сложно, и непонятно было, когда это все возобновится. Поэтому и ситуация с ID Banks, который обещал Клаудию еще в начале прошлого года, ну, к счастью, как будто бы вот решено, и те цифры, которые он называл на предпоследней конференции, которую давали глобально, это был конец ноября, я не берусь их повторять, это колоссальные цифры, но во всяком случае я понимаю, что эти цифры не освоить и не перераспределить на нас не получится в том объеме, который хотелось бы вот сразу. Но тем не менее какая-то деятельность подготовлена, поэтому мы сейчас именно вступим вот к рассмотрению вариантов, рассмотрению шагов, которые должны быть предприняты с 1 февраля. Что у нас готово? Последнюю неделю
были пояснения, присутствуют все время на конференциях у нас президент и вице-президент Сандра Рибейрал, потому что от Сандры зависит обеспечение нашими рабочими материалами, то есть материалами поддержки сети для пояснения бизнеса. Те же PowerPoint, те же видео, какие-то инструкции, которые нам необходимы для того, чтобы понимать, куда мы движемся сейчас и что нас ждет в ближайшее время. Дело в том, что... Я помню, говорила, я надеюсь, вы вспомните, что управление IT-командой и финансовыми потоками находилось в руках Мигела Гомыш. Поэтому длительное время, мне многие задавали вопросы, почему не работает сайт, почему отключали сайт. Глобальная ошибка компании – не давать пояснения вовремя. Это вызывало, особенно в англоязычной структуре, такие всплески недовольства, что в конце концов он стал собирать, нас, я имею в виду президент, стал собирать почаще и во всяком случае писать ссылки, куда зайти посмотреть, информировать вовремя. Потому что когда отключили сайт, мы помним, да, у нас был офис ididentification.org, и отключили его. То есть у меня тоже было очень много звонков, но я в лидерскую группу, я говорила всем, потом там была ссылка, нужно было перейти на .com. То есть .com.br – это теперь на сегодняшний носитель нашего сайта, нашего бэк-офиса, где вы можете посмотреть всю информацию. Давайте, наверное, буду разворачивать и показывать экран, потому что нужно понимать, где что искать и смотреть. Дело в том, что это необходимо пояснять всем партнерам, потому что этот сайт никуда не денется. Вначале целью и задачей партнеров, руководства было перенести на новый носитель, который создается, сайт новый, полностью всю базу данных партнерам. Но мы помним, что у нас было с переносом, полгода, 8 месяцев. И вот все попытки это сделать до декабря не увенчались успехом, поэтому было решено ничего не переносить, сделать параллельно еще один сайт. У нас на сегодня два рабочих сайта. Сейчас я разверну и покажу, чтобы вы ориентировались и понимали, о чем идет речь. Чтобы было все понятно. officeidentification.com.br. Я дам эту ссылку, кто еще не имеет, я все эти ссылки, три ссылки мы на сегодня будем иметь, это ссылки, которые, в общем-то, на сегодня будут в пользовании, и этот сайт будет в пользовании до последнего погашения, последней задолженности по всем партнерам. Четко объявил об этом президент, сказал, что цель и задача выплатить все задолженности. Так, я сейчас еще буквально 5 минут разрешаю вход, и потом я просто никого уже добавлять не буду. Толку, что я разговариваю, объясняю, и люди потом половину не услышат. Значит, что получается? Наш старый сайт на сегодня в рабочем варианте, его будут поддерживать до окончания выплаты последнему партнеру по последней задолженности. Но дело в том, что весь декабрь шли изучения бесконечные, там советовался с маркетологами, нас ставили в известность, нас особо никто не спрашивал, они принимали решение в экономической целесообразности поддерживать прежний маркетинг, поэтому в декабре обсуждали, и вот в январе, начиная где-то после 10 января, без конца собирались по поводу уже узнать мнение, обсуждения маркетинг-плана в новом объеме. Он изменился, бинара нет, сразу говорю. Маркетинг изменился, бинара нет. Единственное, что мы отстояли, это 5x остался, и остался клуб. Это очень важно для всех тех партнеров, которые были заинтересованы именно в акционировании своего участия и понимание количества заработка. Да, если я просто инвестирую какую-то сумму, я хотела бы понимать, до какого объема я могу получать свою прибыль и в каком периоде. Поэтому это важно. Это осталось. Очень много дебатов тут шли, поэтому я надеялась. У меня есть все файлы. Я покажу некоторые там. Не могу еще показать полностью презентацию, потому что не дал вчера. Президент не дал вчера уже утвержденный маркетинг-план, написал нам сообщение, что в работе, что продолжается. В понедельник будет общее сообщение, коммуникаду для всех, и тогда уже будет выдан PowerPoint. После понедельника уже смогу сделать конференцию с деталями, со всеми пониманиями, каким образом мы будем работать и как будем размещаться. Сейчас я покажу новый бэк-офис. У нас уже есть, мы зарегистрировались, я позавчера зарегистрировалась пробно. Я дала только одну ссылку, попросил пока не регистрировать, но я дала пробно прорегистрировать одного человека, чтобы понять, как это работает, поэтому сейчас вы увидите. Это новый бэк-офис.
новый бэк-офис, который у нас будет, в общем-то, многофункциональным. Не буду пока объяснять, что и как, почему. Потому что некоторые позиции я сама еще не совсем понимаю. Вы видите, да, началось размещение мастеров. У нас наша верхняя ветка – это Жузе Бейрау, поэтому я получила тоже уже ссылку. Вот моя ссылка, все это работает. Я покажу сейчас. Видно тут все, всем все понятно, все видно? Кто-нибудь, слово звучит. Видно, видно. Я показываю сеть, это мой спонсор, и вы видите, что после себя я разместила одного человека, пробно попробовала ссылку, но президент попросил до понедельника не размещать. У нас будет лимитированный месяц, по-моему, срок. Почему? Потому что когда, то есть будет, ну, буду пояснение давать на неделе несколько раз, но когда все смогут зарегистрироваться, перенести бесплатно. Регистрация здесь стоит $100. Я объясню, что почем и каким образом будет функционировать. Но когда нам бесплатно регистрацию перенесут сюда всю сеть, это никоим образом не отражается на получении ваших доходов в старой партнерской сети. Почему? Потому что 10% от объема заработка по новому бизнесу направляется на погашение задолженности по бэк-офису старого носителя, то есть по нашей старой сети. Но здесь вот все то, что рассказал и показал, я покажу сайт и покажу, какие бизнесы будут. На сегодняшний момент это важно. Единственное, что я хочу сразу объяснить, у нас здесь линейка, причем мы долго дискутировали, но все-таки осталось 4×4, то есть я смогу своих личников здесь разместить 4 человека. Но вы видите, что еще никто по одному дали. То есть выстраивается именно сеть мастеров, никто еще параллельно никого не размещал. То есть 4 человека в первой линии моих личников я размещаю, но у меня их 14. Все мои личники будут размещаться вниз в структуре 4×4. Каждый будет размещать все свои линейки 4×4 вниз. При этом у нас линейная система. Осталось, по-моему, 10 или 12%. Они все согласовывают, сколько личные приглашения первая линия, либо 10-12. И еще 7 уровней вниз по 1% и 7-й 2% структура. Но эти мои уровни, где бы мои личники ни появились, хоть в 20-м уровне, от каждого моего личника я получаю 7 уровней вниз его. Хотя размещаться они будут, естественно, перемешанным порядком, потому что ну, невозможно ждать друг друга, если я буду регистрировать 4, пока мои 4, а потом дальше, так невозможно. Поэтому я уже поняла механизм, я долго не могла понять, как мы что увидим, но мы в практике, конечно, это будем видеть. Но так как у нас есть лидерские бонусы и карьерный рост, то заполнение 7 уровней нам дадут и скажут, как это будет отражаться именно получение квалификации, то есть все переливы у нас играют роль в возможности накопления объемов для квалификации. Мои, не мои, неважно. А получение в денежном эквиваленте прибыли по бонусам чисто мои линии, где бы мой личник не размещался, хоть 20 уровень вниз упадет, первая линия 10 либо 12 не согласовывают сейчас с президентом, и ниже у меня идет 7 уровней, 6 по 1%, 7 уровень 2% от объема инвестиций моей команды, чтобы это было понятно. У нас здесь, я пока не вижу, мы уж пидит, уж режиссер, уж картейра, давайте сюда вернемся на панель. У нас здесь будут работать IDSVEX, то есть эквивалент денег, монета. Нужно для того, чтобы выровняться и понять, каким образом нам будет производиться выплата и каким образом компания будет выходить из коллапса, в который попала, так как не стартовали, не смогли запустить ни один бизнес из того, что было намечено на начало года прошлого года в форс-мажорной ситуации, которые обрубили эти возможности, то было принято решение сделать эквивалентом IDSVEX. Что такое IDSVEX монета? Это эквивалент всех наших монет, которые мы имеем по маркетингу. Мы имеем, мы помним в старом бэк-офисе, какое количество монет. Они будут обменены на IDSVEX, потому что стартует первая монета на умбреле IDSVEX. До конца не сказал еще эквивалент, который будет дан в выражении долларовом. Но, тем не менее, все будут даны для обмена
уж в каком объеме, да, в начальном нам удан выход на Umbrella для эквивалентов долларов, либо эквивалентов биткоинов, как захотим, так и будем выводить. Эти монеты будут даны. Что касается покупки монет контрактов, то здесь монеты, по контрактам монеты у нас остаются. Сразу успокаиваю всех, кто контрактники еще не видят у себя, значит, в бэк-офисах. Мы помним, да, что контрактники у нас сражались с другой позицией. Приказал, не приказал, попросил приготовить весь обзорный лист. К счастью, у меня все это всегда было, я это все у себя записывала, поэтому отдельным я подаю списком всех контрактников, никто никуда ничего не пропало, никто никуда не исчез. На сегодняшний момент все контрактники получат визуализацию своих монет. Это следующий этап, который он объявит, каким образом это будет работать. На сегодняшний момент нужно понять, что переход на работу в новом бэк-офисе – это большая работа, которую провела команда айтишников, уже бразильская команда айтишников под руководством. Он представлял нам директора этого подразделения. То есть достаточно серьезный уже, скажем так, административный ресурс, который сегодня имеется в компании. И подготовили весьма интересную, в общем-то, программу развития бизнеса. Объяснял, откуда деньги, объяснял ID-банк, с каким образом будет начинать функционировать. Единственное, почему он сказал, что лимитированный у нас период переноса структуры, потому что без переноса всей структуры, без всех желающих, да, здесь получить позиционамент, то есть позицию бесплатно. Вообще-то позиция у нас дает право что делать? Без участия в маркетинге дает право заниматься с ID-commerce. Стоит $100 в эквиваленте на ID-swex. Там, на сегодня расчетно $44. $44 – это стоимость одного ID-swex. Это расчетно. Вот когда стартует, будем понимать точно. Поэтому порядка 70-72 ID-swex – это регистрация на платформе разовая, которая дает право участвовать далее в покупке инвестиционного пакета, либо участвовать просто в работе с продуктами, то есть коммерс. На сегодняшний момент нам всем вот эту позицию дают бесплатно, но учитывая, что они приготовили определенные компании, определенные структуры, определенные партнерские отношения с другими структурами. Поэтому и Сандра, и Клаудио подтверждали, что вливание новых структур не будет производиться до перемещения старой партнерской структуры. Но для этого дается лимитированное время. Примерно месяц. Я думала, в понедельник мы четко... Я уже просто не стала ждать понедельник, потому что партнеры пишут, нужна хоть какая-то информация. Я решила рассказать все то, что, в принципе, вот обсуждалось на протяжении длительного периода с нами. Поэтому дается лимитированное время для того, чтобы мы смогли дать возможность любому из нас перенести бесплатно свою регистрацию, разобраться, посмотреть. Ни в коей мере не зависит ваше участие либо неучастие в покупке пакетов инвестиционных на формирование выплат на старом бэк-офисе. В любом случае, от всего бизнеса, который сейчас стартует, сейчас я покажу еще один файл, который стартует, вот я так думаю, с 1 февраля они уже укладываются, у них все получается. На сайте, я тоже дам ссылки эти, вы сможете на сайте посмотреть. Кое-что из всего того, что здесь перечислено, кое-что нам показывали, документы показывали. Во всяком случае, мне очень интересно было все, что касается ID-Banks, потому что это финансирование. Он показывал протоколы, показывал соглашения. Все то, что было объявлено в цифрах вот в конце ноября, они прозвучали в обзорах, такие цифры, которые не относятся к нам. Это цифры, которые являли собой, в общем-то, поддержку и возможности финансирования, потому что уставные оборотные средства, уставные средства банка, которые демонстрировались там в миллионах, это реальность. Поэтому они не относятся к нам, но это дает гарантию тому, что договоренности в вопросах финансирования нас в определенном объеме могут быть исполнены. Поэтому надеется, что все будет реализовано, все будет конкретно, начиная с 1 февраля работать, и будет дан нам период для переноса нас в новую сеть. Почему? Потому что это важно. Дело в том, что бизнес... Здесь мы помним, да, что у нас все-таки большой акцент делается на развитии физического бизнеса.
И вот бизнес, который ждал реализации старта, в общем-то, определи там 2-3 направления, они готовы начать взаимодействовать, начать получать доход. У нас остается распределение 10% дохода ежегодно для всех партнеров по акциям, то есть мы, партнеры клуба, это остается. И у нас 10% на сегодня доходности нового бизнеса отправляется на погашение задолженностей задолженности по деятельности за 2020 год. Поэтому я считаю, это хоть какой-то уже реальный конкретный шаг. Не буду сейчас вдаваться в объяснение именно откуда, что и как, потому что все-таки следующая неделя, я надеюсь, что с понедельника будет больше конкретики. Я очень жду, я могу прочитать вам сейчас, я переводила, я записала себе, что же конкретно он выдал. Это не для публикации, это, в общем-то, нам регулярно дают пояснение, что делает команда в нашей ID-мастерс-группе. Поэтому я хочу сказать, что еще 3 человека, один Ласло, это Европа, и 2 от России будут добавлены для обзоров, будут до Мария в том числе, Елена Синякова в том числе, будут добавлены для понимания и обсуждения информации в чате лидеров. Поэтому это важно, потому что мнения выслушивают всех, и хотелось бы, чтобы учитывали, чем больше голосов «за», потому что часто, очень часто мы разделяемся, очень часто дебаты звучат, конечно, кто-то согласен, кто-то нет, потому что вот 2 недели стоило того, чтобы удержать именно участие 10% по распределению по акциям, участие всех партнеров, распределение уже сейчас, а не через перспективу, через 2 года годовых распределений, плюс 5x – это доходность по инвестиционным пакетам. IT-команда на сегодня работает над устранением ошибок, потому что был объявлен, когда регистрационный старт нас, то размещались не 4x4, а размещались все в единую линейку. В общем-то, мы отстаивали, чтобы осталась первый уровень линейка, но вот решили, что 4x4 все-таки удобнее, поэтому они выравнивают эту ошибку. Далее, на сегодняшний момент команда работает над интеграцией именно вводом, увязкой всех блоков, которые будут функционировать через вход через бэк-офис, то есть продукты и финансовый наш блок, тоже увязывают там. На следующей неделе ожидаем официальное заявление от президента. Вот это он сам написал. После объявления будет проведен общий Zoom с участниками этой группы, то есть с мастерами, для того, чтобы максимально прозрачно дать информацию о шагах, которые необходимо сделать и начало регистрации, позиционирования нашей всей структуры. Это вот все те новости, которые важны были, которые необходимо было объявить и сказать для того, чтобы структура и команда понимала, что на сегодняшний момент, в принципе, готовы к реализации определенные шаги для возобновления бизнеса. Далее, вот по позиционированию. Если я размещаюсь, мы сейчас все разместимся в структуре. Как долго? И на этот вопрос я еще не получила ответ, но мы его задали. Вот, допустим, я разместилась, я не покупаю инвестиционный пакет. Как долго может находиться мой счет неактивным, то есть занимать место в структуре, и будет ли компрессао-динамика, будет ли динамическое, так сказать, поднятие нижних уровней, ко мне, я не знаю, пока на этот вопрос не получили ответ, почему они там и согласуют сейчас. Я думаю, Сандра это скажет в понедельник. Но я остаюсь партнером клуба. Единственное, что я тогда не участвую в структуре распределения доходов совсем. Если я заново буду покупать себе инвестиционный пакет, то я могу упасть вообще, не знаю, куда-то вниз, видимо. Видимо, так. Но на сегодня пока этого ответа нет, поэтому размещение бесплатное, которое на сегодня происходит, это перенос структуры. Вот этот месяц нам будет дан, и это перенос структуры. Дальше наши шаги, возможности, перспективы, что я получаю, что не получаю, и каким образом участвую в распределении денег, мы получим, видимо, вот из его официального сообщения. Единственное, что все партнеры, желательно, чтобы все были перенесены. Это новая база данных. Вы поймите, что старая база данных, вот уйдут все выплаты, сделают они, допустим, за год погашение всех задолженностей, и он будет закрыт. Для того, чтобы понимать,
что вы переносили в новую базу данных, в новый бэк-офис, вы переносили свою структуру, хотя бы для того, чтобы они в перспективе участвовали как акционеры в разделении годовых доходов, хотя бы для этого. То есть нужно всем это объяснить. Моя цель – довести и сказать, что да, заново регистрируемся, да, заново мы это делаем. Это небольшая работа для того, чтобы получить это место. Я провела там элементарная регистрация, перенос моих данных сюда, размещение на сегодня 4×4 вот в этой структуре. Но это память уже новой команды, нового бэк-офиса и новой структуры, которая память здесь, она останется навсегда. Если через год кто-то скажет, а почему меня выкинули, почему я не там, я тоже был инвестором, я тоже хотела бы делить доходы от всех бизнесов, то это, в принципе, вот наша работа сейчас, которую необходимо обеспечить. У меня через 7 минут закончится комната, через 8, поэтому я не буду повторять еще раз. Информацию, которую я должна была дать, я ее дала. На следующей неделе, естественно, уже со ссылками. Ссылки просмотреть сайт я сейчас их сброшу, но регистрационные давать не буду, потому что желательно соблюдать очередность. Я не хочу перепрыгивать, я не хочу никого, ничего выслушивать относительно, не хочу этого спонсора, хочу к другому. Давайте размещаться и идти будем так, каким образом и подчиненность, какая у нас была в регистрации на прежней платформе. Поэтому регистрационную давать не буду. Желательно, вначале я буду отслеживать своих личников, личники дальше. Поэтому на сегодняшнем этапе вот все то, что я должна была сказать, я сказала. По поводу выплат задолженности и возможностей тоже сказала. В обязательном порядке, как только начинает функционировать бизнес, а это будет по окончании размещения структуры на новом носителе. Начинается 10% доходности нового формирования у нас подразделяется и идет на погашение задолженности старого носителя. Поэтому как мы будем жить дальше, время покажет. Захотим ли мы сюда инвестировать деньги, время покажет. Я никого не мотивирую, не агитирую, я просто объясняю всем, что определенные шаги руководство делает, чтобы никто не пострадал и со временем все получили свои доходы и перспективы на будущее. Но чтобы это сделать, нужно каждому понимать, вот что сегодня происходит и что сегодня нам предлагают. Что касается отношений руководства, я не знаю никаких ответов от Мигела Гомеш. Он исчез, и вот я говорю, что уже третий месяц закончился, не могу получить от него никакие ответы. Тем не менее, вот кто там смог дозвониться в Бразилии, кто смог до него до контакта дорваться, скажем так, и хоть что-то услышать, он все время подтверждает, что он выдаст программу, начиная с этого года. Ну, год начат, январь заканчивается, пока никакой программы не получили. Хотя он без конца повторяет, что собирается демонстрировать итоги своих наработок. На сегодняшний момент Дубай невозможно попасть, Бразилия закрыта полностью. Дубай тоже закрыт, мы помним, поэтому, не дожидаясь, когда и что мы сможем делать через Дубай, он сделал всю регистрацию, все лицензирование, финансовые регулятор, он все это провел в Бразилии. Поэтому у нас в бэк-офисе это видно. У нас там идут реалы, и эквивалент реала в долларах, и в биткоинах. Мы это все будем видеть там. Поэтому на сегодняшний момент это так. Как только более-менее чтобы не ждать, когда возобновится возможность делать перелеты и работать, летая по миру, чтобы получить все эти необходимые, провести необходимые действия, чтобы интернациональный бизнес подтвердить международными лицензиями, он решил дать старт вот таким образом, потому что перенос все равно будет занимать какое-то время, и чтобы не дожидаться, так сказать, открытых возможностей, решили техническую часть производить, начать вот сейчас, начало февраля, ну и надеяться, что уже в марте он попадет в Дубай, и интернациональную составляющую они смогут перенести, сделать и лицензировать, уже успеть там. Поэтому у нас банк международный, поэтому не бразильский, поэтому все то, что по ходу, так сказать, шагов будет объявлять и давать к публикации президент и Сандра, я буду переводить. Ирин, при регистрации в новом кабинете надо использовать те же самые данные? Да. Данные те же. То есть логин тот же, email тот же. Пароль можете менять. Логин тот же, пароль тот же.
Я спросила по Umbrella, будем ли мы заново регистрироваться. Пока ответ мне не дал, потому что ну, он-то перенес. Дело в том, что Жуэл, наш директор команды айтишников португальский, они сотрудничают, и они в базу данных как-то там учли, сделали. Я по Umbrella пока ничего не скажу. Я думаю, что мы будем ее же использовать, потому что мы помним, что подчиненность была перенесена под команду айтишников Португалии. Убрали из индийской. Но как дальше будет, пока не знаю. Все, что касается переноса команды, используем те же данные. Бэк-офис и имеет тот же логин, вход в бэк-офис, тот же логин, ту же почту. На сегодня, в принципе, все. Новости – это все то, что обсуждалось длительное. Это резюме того, что вот два месяца практически обсуждалось и отвоевывались позиции именно для структуры. Потому что касается IDSWAX, я вначале, как и все, вначале не понимала вообще ни что, как, где и почему. Он объяснил, какая вам разница, что все то, что на сегодня у нас в бэк-офисе, почему обменивают на IDSWAX. У него намерение вот эту монету сделать все-таки, ну, исходя из того, что он показал по банку, возможно, это реальности будет видна в ближайшие месяцы. Но IDSWAX это будет обмениваемая валюта, поэтому обмен всех наших, которые мы имеем на сегодня в бэк-офисе монет в эквиваленте на IDSWAX, это, в принципе, шаг к тому, чтобы максимально быстро начать получать свои деньги. Цель какая у нас? Получать свои деньги. Далее, обмен IDSWAX-ов уже на экченче, на монеты, это следующий шаг. То есть мы сможем это сделать опять на Umbrella, но это уже желание каждого, сколько вы захотите в резерв отправить и не трогать до запуска всех проектов по монетам. Естественно, это не один месяц, и в течение года это начальная стартовая цена, и какая, что дальше, запуск бизнеса для того, чтобы поддержать монеты, это следующий этап. Поэтому если вначале мы все были резко против, то потом подумали, решили, что это совсем неплохой вариант для того, чтобы нам с вами вытаскивать наши деньги. Поэтому, наверное, не зря они так долго думали, с маркетологами работали, с финансистами работали, чтобы выдать вот эту программу. Я хочу сказать, что более подробно на следующей неделе уже пошагово скажу. Единственная просьба, сейчас все равно все будут рыться. У нас уже была такая ошибка у португальской команды, которые своим близким выдали регистрационную ссылку и начинают, кто в лес, то по дрова. Я прошу просто, давайте будем соблюдать очередность. Я всегда говорю, что нельзя сжигать все мосты, поэтому давайте соблюдать очередность и подчиненность команды. И мало ли в перспективе, как мы разместимся, как это будет работать. Здесь, возможно, у нас будет тот самый бизнес, который мы с вами ждем. Поэтому хотелось бы, чтобы команды без неприятностей и без через там 2-3 месяца, без огромного количества просьб, что вот не так, а у меня забрали команду, чтобы мы не засыпали руководство и поддержку негативными просьбами о том, что были не соблюдены права. Поэтому давайте все-таки дождемся вот следующую неделю. Уже работает регистрация, я вам показала, что я уже разместилась. Одного человека я разместила, свою первую личницу, поэтому дальше просто по подчиненностям это будем делать. Я не буду задерживать. Как только он скажет старт, я первой линии всем все отдам. Первая линия, зарегистрировавшись, своей первой линии может все отдать сразу максимально быстро. У нас вся информация по линиям есть в старом бэк-офисе, мы помним, да, там есть у нас сеть, и там есть все, кому отдать. Поэтому, в принципе, сложности никакой нет. Global Star Club. Возможности безграничны.